всегда такой же красивой. Вот. Будь всегда вот такой же умницей огромной. Вообще, ну, я не знаю, тут, понимаешь, любые эпитеты, любые слова, они меркнут по сравнению с тем, что хотелось бы тебе высказать. Так, ну давай, садимся, поехали. Потому что у нас все-таки сюжет должен состояться в любом случае. Итак, наш сквер мира, наша open-air студия Мединформ. Сегодня день донора, вот, и Лена уникальный человек. Ну, у нее вот сегодня день рождения, поэтому, собственно, я вот летел с цветами, вот. Но свой день донора она отметила, даже нельзя сказать, что нестандартно. Для нее это стандартная ситуация. Да. Она донор, вот не смотрите на ее юный возраст, она донор вообще с достаточно колоссальным стажем. Слушай, а ты никогда не подсчитывала, сколько литров крови? Вот я подсчитывала года два назад, наверное, и мы смеялись, что я накачала женщину. То есть у девушек же 3-4 литра, у мужчин 5-6 в организме. Вот я 3-4 тогда сдала, а сейчас уже больше. Ну и плюс не подсчитывая там плазму, да, это и кровь, и плазма в перемешку. А по количествам донаций у меня с собой даже есть книжечка, паспорт донора, там можно посчитать. Но в целом, ну, больше 15 раз уже сдавала. Где-то к 20 разам. Потрясающе. Ну, кроме этого, ты активно занимаешься спортом, да? Продолжаешь заниматься? Я знаю, что ходила на тренировки, да, да? Занималась боевыми видами искусства. Занималась боевыми видами искусства и продолжаю заниматься. Сейчас не так, конечно, потому что война началась, я больше волонтерства ударилась все-таки, но стараюсь поддерживать, потому что донорам это нужно. Ну, то есть и здоровье, и питание, и все остальное, не только донор крови. Я аж там и донор костного мозга, там в органы чуть-чуть ударилась. Это страшно звучит, да, то есть не понимают. Смотрит, девочка стоит и говорит, я там трансплантацией органов занимаюсь. Меня это интересует. Ну, это стрёмно. Но, тем не менее, это надо делать. Ну, вот скажи, ну что мы будем скрывать? Мы бок о бок проработали определенное количество времени в Мединформе. Это прекрасно вообще-то. Это, я считаю, что это для тебя был очень результативный, очень прекрасный этап твоей жизни. Потому что ты, как журналист, состоялась, причем почему-то состоялась сразу. Такого не бывает вообще, сколько я наблюдал вот молодых журналистов. На самом деле. Но все-таки ты ушла. Я ушла. Ушла, и я очень благодарна. Ностальгия. Это капец, какая ностальгия. Я очень благодарна, на самом деле, работать на телеканале. Я объясню даже почему. Я там проработала около 4 лет, да. И все акции я поняла вот как изнутри это. То есть ты приезжаешь, и ты смотришь на организацию разных. И сейчас даже с донорством мне это очень помогает. Когда мы перевозили областную станцию, представьте себе, вот областную станцию переливания крови перевести в музей Западного и Восточного. То есть с аппаратурой, со всем, с оборудованием. И я понимаю, что такое интересует общественность, потому что я была журналистом, и меня бы это заинтересовало. И я сейчас делаю так, чтобы это интересовало, в принципе, людей, чтобы популяризировать это, как бы развивать, чтобы у нас хватало крови в банке всегда. Но скучаю. И скучаю по всем коллегам. У нас с тобой в творческой биографии, нашей совместной, был такой эпизод, вот когда играла сборная Украины с сборной Беларуси, если помните, да, и нужен был, ну, знаете, что я еще диктором работаю на стадионе, на футбольных матчах Черноморцев, тогда срочно понадобился переводчик на английский язык, вот, и, ну, это было настолько срочно и в сжатые сроки, но первое, о ком я вспомнил, была Лена, позвал, на что она мне тут же ответила, вообще никогда, так сказать, ну, футбола, тем более, есть же свои там определенные ритуалы, есть своя какая-то определенная концепция, подхватила вообще мгновенно, вот, и здорово отработали. Вообще, ты знаешь, вот работа в тандеме, это всегда, вот, понимаешь, по конечным результатам, всегда вот, ну, какое-то благостное состояние. Я боялась, я сомневалась очень, потому что я же в футболе вообще, я не разбираюсь в футболе, никогда не смотрела. Я помню, я даже учила, как ударение на фамилиях ставить игроков. Ну, то есть, ну, это интересно, это новый опыт, это реально классно, и я знала, что вы будете рядом. Потому что, ну, ваша поддержка, вы подскажете, вы скажете, как делать. И оно не так страшно, когда знаешь, с кем ты работаешь, с каким человеком. Поэтому пошла. Ну, вообще в нашей профессии есть такое вот нечто, такой поговорки известно, что глаза боятся, руки делают, да? Да. Что любое, наверное, любой новый репортаж, там, знакомство с каким-то вообще малознакомым делом, но его надо каким-то образом осветить, это всегда как-то мобилизует тебя, наверное, да, и вот подталкивает. А, кстати, вот в твоей журналистской, так сказать, биографии были вот такие ситуации, когда, знаешь, вот идешь на репортаж, на сюжет, полный ноль, а в результате получается? У меня было такое спонтанное. То есть, когда я ехала на съемки, я готовилась к ним. Но когда бываешь, идешь по улице и понимаешь, что вот это нужно снять. Там, не знаю, деревопад, дерево упало. А теперь подумай, как это сделать интересно.
и ты начинаешь искать соседей, каких-то свидетелей. Это сложно, конечно, но потом интересно получается. Ты включаешься мгновенно просто, когда вот на таком... Я на адреналине люблю работать, то есть когда что-то неожиданное. Когда ты снимаешь сюжет там неделю, две, да, у тебя есть время на подготовку, это более тщательно. Но чем но больше такой кружа, динамики, да? Да, вот прям хочется, чтобы что-то... Вот и я погнала туда. Вот это да, это есть такое. Анечка, кого ты считаешь своими учителями? Вы учитель, конечно же. Это да, Наталья Леонидовна Хохлова, Игорь Покровский. Это люди, которые взяли меня в семью, когда я была вообще птенчиком. Ну, то есть они меня взрастили, действительно. Мне было тогда 18 лет, я только первый курс закончила. То есть и я сомневалась в своих силах. И во мне сомневались, я это знаю. То есть мне не получалось поначалу ничего. Но я хотела научиться, и я видела просто, старалась обращать, как вот они это делают. Так же самое, когда я первый раз села в кадр, я брала пример вот с ведущих, уже опытных, да, смотрела, как они это делают. Я присутствовала на программах, пересматривала потом. Наталья Леонидовна все время говорила, да, что каждому нужно найти свой подход, например. Кстати, Наталья Леонидовна, она уникальный человек, вот в плане, она как мама, да, вот она ведет, она подсказывает, она никогда, она может поругать, но это будет настолько вот от души, от сердца и по любви, то есть это будет, так сказать, по делу. Она ругает по делу, да, и даже когда, ну, и не только какие-то профессиональные, да, там вопросы, дикция, что-то еще, ты подходишь с жизненной проблемой и говоришь, Наталья Леонидовна, и все, и она садится, она слушает, она понимает, она скажет свое мнение, посоветуют, как лучше поступить, врачи. Даже проблемы со здоровьем, подхожу Наталья Леонидовна. Ой, сейчас начнем. Журналисты же, они, ну, то есть, их все знают, они всех знают. Поэтому вот у меня вот прям учитель-учитель. И Игорь Николаевич тоже, кстати, Покровский. Бывало, приходила, там настроения нет. Сажу и начинаю разговаривать, и как-то прямо вот так вот. Ну, это да. И самое главное, понимаешь, вот эта вот человечность, которая... Ну... Сейчас жизнь может быть другая, темпоритм жизни другой, какие-то отношения более, да, наверное, поверхностные. Но я вот много лет знаю, действительно, и Покровский, и Наталья Леонидовна Хохлова. Но вот я тебе скажу, по сей день люди, которые, они очень многое знаково сделали в профессии, да. И очень многое знаково сделали для города. Взять сколько хотя бы, людей? Взять «Золотые скрипки Одессы», это вообще, это бомба вообще на весь земной. Я вообще в музыке не разбиралась никогда, никогда. И мне говорят «Золотые скрипки Одессы», я думаю, угу, скрипка, я не музыкант. Но ты начинаешь уже всех узнавать, учить, прислушиваться, понимать, хоть немножко разбираться. Я раньше даже не знала, кто такая ведущая, да, скрипка, первая скрипка. Сейчас я уже прекрасно понимаю. И оно интересно, ты даже развиваешься как-то культурно, более... Ну, это... Я хотел такой пример привести, причем неоднократно сталкиваем. Вот, знаешь, вот есть действительно мэтры нашей одесской журналистики. Мне очень повезло, потому что мне даже... Я просто, это для меня как отдельный орден вообще на всю мою жизнь, когда Деревянко Борис Федорович, он правил мои тексты, понимаешь? Ну, для меня это просто отметина, это такой шрам, знаешь, красивый, шрам его украшает. Так вот, у Натальи Леонидовны это человек, который может ходить с короной на голове, никогда ее не надевает. Сколько раз у меня было, знаешь, вот в студии идет запара, там гример где-то занят, где-то кто-то убежал, она влетает, Саша, у тебя воды, мой эфир. Она просто зашла, Саша, у тебя воды нет, побежала мне, принесла воду. Девочки, слушайте, вы тут не подпудрили, подправила, побежала дальше заниматься своими делами. Понимаешь, то есть вот что называется коллегиальность большой буквы. Вот в этой команде, вот, я к чему, знаешь, веду, чтобы ты сейчас расплакалась и сказала, чего же я ушла? Я держусь, блин, так сильно, я прям не могу. Но хочу рассказать классную историю. Одни из первых вот эфиров, когда я уже села в кадр, я помню, Наталья Леонидовна взяла студентов и пришла на запись ко мне. Они садятся в студию, и у меня ножки ходуном. То есть я проводила, да, записи, эфиры, как бы я понимаю, но я не могу, я понимаю, это мой учитель, да, и вот он как бы смотрит, и я понимаю, что сейчас будет разбор этой программы, и я прям, ну это классно, ну то есть реально прикольно. И потом дельные уроки, советы, как дальше, как поступать, как вести, ну это прям классненько. Плакать хочу. Ну что ж, Леночка. Я считаю, что твой день сегодня начался удачно, потому что ты выполнила свою миссию, вот. Получила кровь от нас. Отдала, слезы отдала. Все отдала. Вот. И дальше продолжение сегодняшнего дня, я думаю, будут... Конечно, ты сейчас возвращаешься на работу, будешь продолжать работать, но это будет сопровождаться поздравлениями, пожеланиями. И вот самое главное, пусть все вот эти пожелания, которые сегодня прозвучат в твой адрес, обязательно сбудутся, но с одной оговоркой, в 10-кратном размере. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, моя тоже. Наталья Нидни, Игорю Николаевичу большой привет. Мои передачи. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.